Привет! Сегодня поговорим о теме, как разнообразить сексуальную жизнь с вашим партнером. Начнем с того, что есть одно очень интересное упражнение, как со списком желаний. Вы можете написать 10 своих сексуальных интимных желаний. Вы садитесь, например, в одной комнате, партнер в другой, пишите свои 10 желаний на листиках и потом обмениваете. Тут самое главное не то, что вы их даже выполните, все 10 пунктов, а то, что вы вообще поделитесь своими мыслями, раскроетесь, расскажете о своих желаниях. И здесь можно плавно перейти к теме о том, как партнеру сказать, что понравился вам с ним половой акт или не понравился. Вот это упражнение, оно вообще универсальное, оно действует на все ваши потребности, все, что касается постели. Итак, написали 10 желаний, поменялись списочками, прочитали эти списочки. Из самого легкого можно потихонечку начать что-то выполнять. В процессе выполнения каких-либо интимных разнообразий вашей половой жизни вы можете открывать и покорять, скажем так, все больше и больше вершин. Точно так же вы можете приобрести, есть игры для пар, какие-то там сексуальные задания, вопросы, опросы, викторины, поменять места, использовать кубики и так далее. Вариантов по разнообразию сексуальной жизни на самом деле уйма. Поменяйте обстановку, где вы будете этим заниматься с партнером. Попробуйте что-то новое, измените что-то в себе, если вы понимаете, о чем я. Девушки могут купить новое нижнее белье, мужчины могут показать новый какой-либо деловой костюм, например. Поэтому фантазируйте, загадывайте желания, желайте, и вся ваша сексуальная жизнь будет более разнообразной.